Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Вот вчера только вернулся с фестиваля памяти Миши Круга из Твери, с Барской усадьбы. Очень приятно то, что люди помнят этого человека замечательного. Вот. Но хочу сказать своим друзьям, алкоголикам, очень много писем после моих обращений по поводу моего призыва бросать, выпивать уже. Хватит, пора, братцы. Вот вы знаете, прошло полгода после моего этого призыва, который я размещал в Ютьюбе. И, ну что ж, вот полгода уже еще плюс я не пью. Уже получается сейчас, ну, почти 3 года. И, вы знаете, движений очень много, дела идут хорошо. Всех вас призываю то же самое делать. Вчера было очень приятно, что такой мэтр, мой товарищ, коллега Александр Васильевич Панкратов-Черный мне сказал: «Сережа, ты наш флаг. Поэтому давай держись». Я говорю: да мне уже не составляет труда держаться, я не пьющий, и всех вас призываю быть не пьющими. Ну и вступайте, коллеги, наконец-то уже к нам на контракт, приходите в нашу компанию General Music Company, потому что за эти полгода моего трезвого образа жизни и активной жизнедеятельности к нам пришло в компанию General Music Company, GMC, уже более 500 артистов, мы выпустили более 600 альбомов везде, на iTunes, на Amazon, в YouTube очень много сейчас мы клеймов делаем, претензий, и очищаем права наших друзей и коллег. Итак, всех призываю к трезвому образу жизни, и всех нас призываю жить, а не боты клеить. Да? Поэтому, братцы, бросаем пить и идем к нам в компанию General Music Компании. Чем смогу, всегда помогу. Моя почта, вы знаете, pc.sergey@mail.ru. Всего доброго, Сергей Русских, Север был для вас.